Урок пятый. На этом коротком уроке я хочу еще раз обратить ваше внимание на написание букв Б, Т и Ф. Изучая дальше арабский алфавит вместе с нами, вы увидите, что его буквы сгруппированы по признаку схожести в написании. Давайте вместе еще раз напишем эти три буквы. Итак, буква Б. Буква Т. И буква Ф. Как вы заметили, они похожи между собой. Их можно отличить только по расположению точек. Буква Б имеет одну точку и расположена она снизу. Буква Т имеет две точки и расположены они сверху. Буква Ф имеет три точки, расположенных сверху. А теперь я хочу обратиться к вам с несколькими вопросами, а вы попробуйте перед вашими экранами ответить на них. Итак. Какая это буква? Правильно, буква Т. У нее две точки сверху. А это какая буква? Верно, буква Б. Она имеет одну точку снизу. А это какая буква? Тоже верно. Буква Ф, так как она имеет три точки сверху. Вы хорошо справились с заданием. И я попрошу вас после этого урока самостоятельно прописать эти три буквы и понять разницу в их написании и расположении точек.